Место встречи изменить нельзя. Как-то мы уже здесь все проходили. Это было, наверное... Когда это было? Ну, какое этот время? А? Время года какое было? Да, в смысле нет, когда делали что-то. Да. Здесь мы были, когда кухню делали? Ну, короче, ребят, снова... Уже зал. Да? Сейчас уже обои в зал. Ценник, конечно, подскочил. Жесть. Жесть. Такие? Нет, ты просто... А что? Ты еще не привыкла? А? С нотабеном, но ты еще не привыкла? Квалифицированный оператор. Как-то так, чувак. Все места отходим, ничего не возьмем. И поедем все равно там, где мы всегда везде покупаем. Вот это вот, где телевизор будет кирпичиками. Что-то мне это вообще напоминает, конечно, конкретно. Ну, Пола, привет. Чё, как ты? Нормально? Сейчас придем, жди. Прям вот, прям вообще. О, Полик. Ой, тьфу, ой, Каптива. Чё, дальше идем, да? А, ну, пойдемте. Зайдем. Чё? Может быть, выбираем? Я уже выбрал. Какие-нибудь? Ой-ой-ой, это что вообще? Ой-ой-ой. Че, кому какие нравятся, ребят? Я не вот эти нравятся. Третий магазин, и она говорит, она поняла. Нам надо что-то не с кирпичиками, а с полосочками, чтобы зрительно поднять потолок. А? Вы понимаете, да, теперь надо что-то искать с полосами, чтобы зрительно поднимать потолок. Это нормально. Полосы есть, здравствуйте, ага. Сейчас нахуй поднимем потолок. Нашел поднимать потолок. О! Че, не ахти? Нет? А что надо? Как еще поднимать потолок? Вот они даже с этими хорошо смотрятся. Боковые. Угу. Да? Угу. Боковые. У них здесь вот эти вот, как вот, как бы снять. Ну-ка, сбоку как видно. Ну, вот с этими хорошо. Такие, ребят, черные. Но они не черные, они как... Серые. Серые, ну. Вот если светлый брать. Это как на кухне у нас, наверное, нет? Ну, похоже, что ли. Вообще сочетание светлого и темного вообще шикарно всегда. Мне кажется, тем поудачнее, нет? Который вот... Ну, тут... Это его сниму. У него тоже там... цвета есть. Этот поудачи, мне кажется. Ну да. Как-то получше. Ну а тот чуть-чуть блестком, да, этот просто. А этот более такой матовый. Вообще здорово. Так, черных надо два, да, получается, рулем. Угу. А этих сколько? Ну, надо три. Стены вам изменить. Нам вообще в общей сложности надо было три рулона. Ну, одно, если выделять, то... Так, четыре, получается, рулон надо. Свет тут вообще шикарный, прям реально шикарный.
Ну, короче, так уберем, да? Недели не прошло, да, как Яна выбрала обои? Интересно, с теми тоже покрасиво, да, смотрелись? Ну да. Что ты снимаешь? А что? Тут телевизор, он что-то потеряется. Шторы надо закрыть. Все, выключай. Точно? Ну что, в общем, обои куплены. Сейчас это все мы будем сдирать. Решили как делать. Все бы тогда не отбирались. Аккуратно, снять надо. Ты что? Стой. Аккуратненько вот здесь. Их можно в рулон обратно закручивать, Ян. Ребят, продам обои БУ. Почти не висели. Почти не висели, ребят. Кому надо. Вот видите? Оп. В общем, да, вот эта стена будет темная. Аккуратно телевизор. Смотрите, как снимается. Ребят, реально закручиваем в рулоны и все. Нормально. В общем, ремонт пошел. Ну что, ребята, вот так это выглядит. Сейчас вопрос такой. Нам нужно что? Вот эту херобору, короче, вот сюда вниз перенести, чтобы она была за диваном. И у нас кондиционер как-то вот туда вот ее, чтобы удобно было дальше. Вот эту херобору вот сюда совместить, сделать. Вот эту херобору убрать вон туда за телевизор и вон туда вынести. Сняли телевизор, вот почему нельзя никогда закручивать намертво, нах. Вообще все сбитые и ничем не берется. Вообще не знаю, что делать. Лайфхак, подскажите, как сделать, как снять. Я не просто нравится замазывать, вот она сейчас замазывает. Доброго дня всем. Здравствуйте. Здесь все готово. Не показывал, какие должны были быть обои, показываю сейчас, но на камеру, скорее всего, это не передается и, ну, не видно, стопудово. Но вот такой, короче, вот такая текстура. Вот. Сугла. Сугла, чувак. Угу. На камеру стопудово не видно. Дальше. Че, пойдемте посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, какая красота. Че, Сань, поехали. Ладно, ну а мы на гимнастику. Ну что, друзья, в общем, обои поклеены в зале. Сейчас я поехал за плинтусами, за краской, за колером. Там дверь покрасить нужно в моей студии. Всякие вот эти вот штуки. Как получилось, смотрите. Одна темная сторона, вот эти вот получаются светлые. Сейчас вешаем телевизор, кронштейн этот для телевизора, плинтуса, кондиционер. И она будет красить дверь в серый цвет. Вот вот. Ну, для начала, не знаю. Ну, хватит, наверное. Чуть больше сделаю, что красится. Ну, что, Яна красит дверь. Ну, конечно, не видно, что серый. Не, ну, видать, да? Видно? Ну, краска не пахнущая. Что это получается для всех покрытий? Акриловая или как она называется? Такая вот эмаль. Подходит для дерева, металла и т.д. Она глянцевая, да? Почему глянцевая? Потому что, ну, на ней мыть ее легче.
пыль не так видно будет. Вот. Ну а тем временем я повешал этот кронштейн. Сейчас сюда телек забабахаю. Вообще красота, ребят, смотрите. Полочки вот не хватает, да? Включи. Кубатуру включай, там на ютубе есть такой поц. Знаешь, как он тебя? Могу познакомить. А? Ну потом сейчас доделаем. Снимем. Раньше у нас все провода, розетка где-то там непонятно где была, да? Сейчас вот, все ништячок, все нормально, можно смотреть. Ну, строим дальше. От влажного тела пар, туманные города, билеты в один конец, билеты только туда. В общем, продолжаем, делаем. Палентуса. Короче, тема такая, да. Там вот стенку уже прикрутил плинтус. Здесь вот такая вот херобора. Здесь, короче, что нужно мне сделать? Здесь у нас раньше была розетка. Мы ее переносим вот сюда. Вот сюда. И отсюда пойдет еще одна розетка. Под кондиционер. Кабельным каналом. Вот так вот пущу аккуратненько, тоненький, маленький. Вот, а это у меня вообще, по идее, запитана комната. Это вот. Сейчас как-то буду мудрить, чтобы это все работало. Красиво получается. Красиво. Я на дверь покрасила. Вот так вот. Смотрите, какой цвет классный. Получился. Ну да, ну да. Смотрите, вот как вам кажется? Криво, да, висит? Будто бы. Уровень прикладываю, все ровно. И... когда монтировали, устанавливали кондиционеры, тоже как-то криво. Он говорит, да нихуя не криво. То есть я вижу, что криво, но говорит, не криво. По уровню все норм. Что это, стены, да? Относительно как потолка или как? Почему кажется криво? Вот непонятно. Уголочек прилепили, сюда тоже прилепили, чётенько все. Блин, туса стоят, тут бардак, не обращайте внимания. Как бы практически все осталось, вон потолочный, чуть-чуть прокинуть. И в принципе все. И в принципе все, зал готов практически. А, еще трубу надо вернуть на место, вот. Ну а пока, всем доброго утра, идем завтракать.